Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас к одному из наших медийных комментариев. Сегодня развитие в Украине опять в центре внимания наших новостей. Министр иностранных дел США Керри после встречи с министром иностранных дел России Лавровым заявил, что относительно Украины не будут приниматься никакие решения без участия украинского правительства. Кроме того, он опять назвал присоединение Крыма к России незаконным. Из этих слов становится ясно, как правительство США воспринимает демократию. Последние годы военные действия США вновь и вновь объяснились тем, что они хотят принести угнетенным народам демократию. Если же народ, как это недавно произошло в Крыму, демократично голосует против интересов США, то это решение не акцептируют, а оценивают его как незаконное. А легитимированное недемократическим путем правительство из Киева по желанию США обязательно должно участвовать во всех решениях. Таким образом, еще раз становится ясно, что те, которые громче всех требуют демократию, сами меньше всего действуют по демократическим принципам. Даже если употребляются звонкие слова как «демократия», то, как показали войны в Ираке и Ливии, речь никак не идет о благе украинского народа, а жесточайшем осуществлении американских интересов. Поэтому, уважаемые зрители, мы вам рекомендуем и в дальнейшем критично рассматривать подробные утверждения и следить за новостями на нашем канале. Желаем вам доброго вечера!